Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Привет, Ур. Всем привет, привет. Теперь Ур может улыбаться вообще. 30... Сколько это зубов? 32? 32 зуба. Недавно сделали ему коронки. Теперь у него все хорошо с зубами. Привет, Кирям. Привет. Там еще Дамир. Грустный. Мы едем в отель. Не знаю, уже, наверное, вам надоело смотреть, но я думаю, что все-таки сезон начинается, и это очень актуально. Те, кто сейчас смотрит отдых в Турции, кто выбирает отели, куда поехать. У меня на канале очень много обзоров разных отелей, и вообще я люблю ездить в отели, даже для себя интересно посмотреть какие-то новые отели. Бывает, что некоторые отели, которые нам нравятся, мы приезжаем по несколько раз. Ну, это вот если хороший. И зимой я очень люблю ездить, потому что цена очень низкая, и отели пустые, конечно, они не работают на 100%, да, это некоторые там бары закрыты, бассейны закрыты, погода не такая, как летом, вот. Но, тем не менее, отдых отдыхом, и выходные прекрасно провести с семьей, даже если плохая погода, есть закрытый бассейн, есть хамам, есть спа, какие-то развлечения. В общем, в любом случае это лучше, чем провести выходные дома. Ну, я думаю, что каждый на выходные куда-то ездит. Вот, пока позволяет, пока еще не сезон, мы можем ездить. Я думаю, будет ближе к лету, и вообще летом вряд ли получится поехать в какие-то хорошие отели. Вот, в этот раз мы едем в отель в Белеке. Отель, в который я очень хотела давно попасть. Мы в нем были. Ты тоже, да, по-моему, ездил в этот отель? Мы ездили, но мы снимали там просто видеообзор отеля, мы были на территории, мы там гуляли, его смотрели, вот, но мы там не отдыхали. И, насколько я знаю, отель очень хороший, называется он Белис отель, ну вот он прям очень хорошего уровня такой, не знаю, по крайней мере, я о нем так знаю, о нем слышала. Мы были в нем года 2-3 назад, наверное, да? Может, года 3 назад, наверное, не знаю, как там сейчас. Вот, едем мы с друзьями, у нас еще одна машина, сзади нас они едут, да, вон они. А нас человек, три номера у нас будет, человек, сколько у нас, 6 взрослых, 2 детей, Демир с Керемом с нами. Вот, едем мы на 2 ночи, вообще планировали на 1 ночь, но этот отель можно забронировать только минимум на 2 ночи. И получается, что 2 ночи дешевле, чем поехать просто на 1 ночь в отель. Ну, в общем, цена очень хорошая. Бронировали мы на букинге. Кстати, у меня под видео в описании есть ссылки. На букинг есть и на турпутевки, турпакеты. Если вы планируете отдых в этом году, неважно, в Турции или в другой стране, можно воспользоваться моей ссылочкой. Очень удобный поиск там. И, в общем, все параметры можно выбрать, как вам удобно, куда удобно. В общем, и цены очень хорошие. Также там есть у меня скидка небольшая, промокод можно ввести. Вот, в общем, ссылка в описании. Мы едем, от дома нам ехать минут 40 примерно, ну, 30-40 минут, если быстро ехать. Вот, все, поехали, будем делать обзор отеля. Надеюсь, вам понравится. Смотрите видео до конца. Мы уже приехали в отель, заезжаем. Здесь очень красивая зеленая территория, и здесь есть зоопарк, огромный зоопарк. Ну, как огромный для отеля, он огромный. Это, наверное, такой, ну, по крайней мере, который я знаю, единственный отель, в котором такой прям большой зоопарк есть. Других есть, но они маленькие, но тут даже всякие зебры есть и обезьяны есть, то есть такой вот классный, с детьми очень хороший. В этом плане он такой вроде как и детский отель, и не детский отель. Мы уже приехали, вышли, наши вещи уже забрали. Такой этот ресепшн. И вот наши друзья уже приехали. Они что, на одной машине все? Да, все на одной приехали. Что там их четверо? Давай, три машины.
Нам номер еще не дали, сказали сходить позавтракать, потом нам дадут номер. Все, оплатили. Правда, сейчас поздний завтрак, ну, пойдем на поздний завтрак. Когда мы здесь были, видео снимали, я помню, что завтрак был хороший, да, здесь такой прям. А, тогда мы когда были, здесь все за стеклом было, тогда, по-моему, пандемия была, да, или что-то такое. Вот здесь мини-диско вот весь 8:30. Спортивные всякие эти. Наверное, я не успею поснимать, показать, что здесь на завтраке, потому что завтрак поздний, я лучше покажу потом, когда будет. Керем, я знаю, что ты будешь есть. Мы позавтракали. Завтрак, кстати, несмотря на то, что мы пришли поздно, уже был поздний завтрак, за 10 минут до закрытия, был вкусный. Прям вообще мне очень понравилось. Я потом на видео сниму отдельный обзор завтрака. Просто это надо посмотреть. Реально прям шикарный завтрак. Я не знаю, что еще можно придумать. Но тут прям и рыба красная, и яйца такие вкусные. Прям. Вообще все вкусно. Вот здесь бар какой-то, да? Помнишь, мы туда заходили? Ой, все, да, пойдем в номер, сейчас нам дадут, покажем номер, посмотрим, что там с номером. У нас готово только два номера, вообще у нас три номера, сказали только два готово, мы решили не брать два номера, мы решили сразу все три взять, когда будет готово. А пока пойдем просто погуляем по отелю, посмотрим, что у нас тут. Зоопарк, зоопарк, дети хотят зоопарк, здесь вот зоопарк, сейчас пойдем туда. Все, пойдемте погуляем, территория здесь очень зеленая, вообще в Белеке все практически отели, они такие прям зеленые-зеленые. Вот он, кто любит большие территории. Фильм или как там? Фильм, который... Не знаю, что там, пойдемте посмотрим, вот что-то. Туда. Да, туда, вот тут вот такой прям... Летом, кстати, здесь классно. Там это Девекшуар. А, ну пойдемте вниз спустимся. Мама, фильм не выпустила. Мама, я там вышла. Ну такой, ну он не очень прям большой, но для отеля я считаю, что прям мама, вообще... Мама, мне палец нельзя сувать. Да, а пальцы палец сувать палец нельзя им. Да, просто я вот так чик-чик. А там крокодилы, интересно, лезть? Нет, крокодилов нету. Привет, друг. Там зайчики. Зайчики? Ой, смотрите, какие павлины там большие, красивые. Нифига они большие какие. О, такие пушистенькие. Вообще классные, смотри. Ничего себе их тут. Да, здесь, кстати, зоопарк. Ой, смотри, какой классный. Это енот. Вообще. Ну-ка, пальчик ему дайте. Тикер, кусается, нет? Смотрите, какой классный. Мама, я помню, мы его вообще не видели. Енот. Он уходит куда-то. Подкоп делает. Такие лапочки у него. Вот еще один. Смотрите. Енот! Енот. А вон еще один идет. Они есть, что ли? Хотят, что они... Они видят, что люди приходят, идут сюда. Да. Мама, это кошка. На уровне инстинкта. Смотри, павлинки, они за решеткой, Керем, что ты боишься? Я боюсь. Смотри, красивые какие. Самое прикольное, это шимпанзе здесь был. Белый, да. Вот, смотри, сейчас как откроет. Смотри, открыл красиво. Смотрите, открыл хвост. Урс, смотрите. Какой лев это, обезьяна? Мама, помнишь, мы босую видели такую? Да. Босую. В смысле, а кто это? Смотри, какой клевый. Привет. Что он там? Друг. Это... Я Инстаграм видел, фокусник показывает, это так Антюк. Мама, там еще он из темного, видишь? Смотри, какие лапы. Смотри, сейчас хватит, она сейчас даст. Ну. Он уже, видишь, за двумя решетками. Раньше не было, кстати, такого. Да, все не хватает вообще. Ну да, они я все забирают. Я один так обезьяна схватила. Мама, смотри, там еще темный. Очень темный. Да. Мама! Он сейчас возьмет. Папа, еще сделай? Не надо. Да, Ne yapıyorsun orada?
А вон еще один сидит, да? Смотрите, вообще сидит просто. Сизен вар я сизен. Хамелеон это или? Да, хамелеон. Да ну, вообще. Да как? Посмотри с тобой, я тебе буду показывать тебе. Там собака. Какие собаки? Это точно собака? Собака, да. Привет. Добрый пес. Папа, потрогай. Фламинго красивые, да. Смотрите, какие розовые. Розовые фламинго. Мама, вот ворожки начинаются. Вот киса. Привет. Ой, не надо. Собачки. Сидят такие. Потрогал? Пальцы только не суем. О, смотрите, ого, это кто? О, это их батя. Ням-ням, иди. Карликовые козочки какие-то. Ого, ой, смотрите, маленький козленок. Прям как ты. Бараны или козлы? Козлы, наверное. Мы не будем кушать, давай. Вот они орут кто. Чё орёте? Чё орёте? Смотрите, побрили их они, лысенькие стали. Вот фламинго красивушное. Розовый фламинго. Вот страусы огромные. Привет, дружок, пирожок, иди сюда. Где ты там? Это маленький какой-то он, кстати, они обычно больше, мне кажется, даже. Но они послушные. Смотрите! Открыли! Да, ой, какой красивый. Струсятина? Это эти... Кто это? Кто это? Кто это? Вот это? Тузлинки. Кто? Олени? Олени, да. Они вообще-то... Не, они как-то по-другому называются. Один двигается, один нет. О, это кто такой? О, кто это? Идите сюда! Тут кто такой, мы не знаем. Да. Кто вы? Кто вы? Лошадки. Кто вы? Лошадки. Мы вас не звали. Такие вот какие-то животные. Не знаю, кто это. Смотри. Ой, маленький, смотрите. Такой рядом. Я хочу такого. Да. Ой, смотри, обнял ты так, иди сюда. Забрал, смотри, понес ее. Она, наверное, это майма. Прикольно. Короче, мы вовремя приехали. У них сегодня, сейчас у них это весна. Да, да, да. Класс вообще. А он еще не может, что ли, так лазить? И зачем он ее таскает? Очень круто погуляли по зоопарку. Еще даже, собственно, отель сам не видели. Номер не видели, зато уже в зоопарк сходили. Ну, классно, мне понравилось. Особенно так вот, знаете, позавтракали. Прогулка летом вообще, наверное, шикарно. Здесь сосны везде и тенечек. То есть не будет жарко.
В общем, очень классно. Впечатления об отеле прям суперские. Пойдем смотреть номер. Сейчас нам уже дадут его, и я вам его покажу в видео. Ну, уже в следующем видео. Так что увидимся. Всем пока.